Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Фауста Занара. Итальянский художник, наиболее известный своими картинами в стиле реализма, изображающими жизнь и историю Османской империи. Родился Фауста Занара 18 сентября 1854 года в Массии, муниципалитет провинции Падуа, входивший в то время в состав Австрийской империи. Был старшим ребенком масона Маурицио и его жены Елизаветы Бертончин. Фауста открыл небольшую художественную школу и студию в Венеции, но также часто ездил в Неаполь. Писал в основном жанровые работы маслом и акварели. Перелом в карьере произошел, когда он влюбился в фотографа Елизабетты Бантея. Вместе они отправились в Стамбул, столицу Османской империи. Со временем он приобрел покровительство в аристократических кругах Константинополя. Преподавал живопись жене Мунир Паши. Познакомился с важными деятелями искусств Стамбула того времени, включая Османа Хамди Бея. Я беру данные из Википедии. Переводной. В 1896 году он был назначен придворным художником Абдулхамида II, благодаря вмешательству российского посла, который познакомил султана с работой Занара императорский полк Эртугрула на мосту Галаты. Позже султан заказал серию картин, изображающих события из жизни османского султана 15 века Мехмеда II. Оставался в Стамбуле до 1909 года, вернулся затем в Италию. Надо сказать, что после него больше не было османских придворных художников. Он поселился в Сан-Ремо, где до самой своей смерти продолжал создавать небольшие картины с изображением итальянской ривьеры и ближайшей французской ривьеры, а также ностальгические сцены Босфора, чтобы утолить свою тоску по Стамбулу. В 1920-м развелся со своей женой, стал жить со своей дочерью. 9 лет спустя умер. Это было 19 июля 1929 года в возрасте 74 лет. Хоронен на кладбище в Фаче, Сан-Ремо. На его надгробии под османской тугрой указано, что Занара был придворным художником Османской империи. Плодовитый художник, создавший сотни работ. Говорят, что он был одним из тех, кто внес значительный вклад в развитие искусства западного стиля в Турции. Сегодня большинство работ художника выставлены в ведущих музеях Стамбула. Ряд его картин принадлежат частным коллекционерам Турции. Вот так вкратце из переводной Википедии о Фаусто Занара, итальянском художнике, наиболее известный своими картинами в стиле реализма, изображающими жизнь и историю Османской империи. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. До свидания.